World. Всем привет, с вами Негатив, ну и как и обещал, бой против Ассасина и Легала, который мы слили с Серегой, выигрышный бой полностью, расслабились, и вот давайте смотреть, как бывает. Смотрим для начала, как разворачивается Серега, через гол-стройку, я так понимаю, все дела. Давайте x2, в общем, ставится вторая SD-шка. Верх, торпедка, пушка, здесь ракетка, пушка ставится раньше, здесь плюс пехота помогает. И в общем вот раш на раш, короче, Серега этот раш выигрывает. Он мне все это дело показывает, и я так увидел то, что, а все, в принципе-то, море пробито. Этого игрока мы сейчас пробиваем, я решил в четвертый штаб не идти, спокойненько здесь улучшаюсь, ставлю авиазавод. И короче, решил я поиграть третьим штабом. Сделать просто кречета в 2-3 штуки. Вот мы, видите, пишем все. Ну, походу. А что здесь сейчас? Действительно, легатор заходит. Все это дело выбивает. Пару кречетов. Добираем синего. Ну, уж одного мы там вдвоем как-нибудь это. Здесь ведут разведку моей базы. Делаю броника, чтобы этого циклона, по-моему... Нет, броника, наверное, отменил. В общем, все. Серега сделал аллигаторов. Все прекрасно. Циклон здесь ему... Ну, все разведал конфедератом. Серега выходит в третий штаб еще только. Ну и здесь идет отстройка. Стройдвор, у нас пехота как бы загнана, все это дело показывает. В общем, поднимаю я здесь кречета и начинаю все это дело валить. Был пинг, не получалось выбивать. То есть летаю кругом, хотел по два здания бить. Вот раз через раз проходило, то есть команды не слушались. В общем, не успеваю я добить ЦС-ку, пока она еще каркасом была. Летаем. Здесь опять по электростанции не попал. И появляется вертекс. Начинает он меня ловить. Я ухожу туда наверх. И ухожу я под аллигаторов, чтобы аллигаторы здесь накидывали все это дело. Кречеты я спасаю. Снова иду сюда. Но понимаю то, что он шотный уже. И лучше тут 2-3 атаковать однозначно. Иду в четвертый штат, значит. Начинается производство ягуаров, то есть тайминги, сами видите, обычно у меня гигахам в это время уже стряпается. Здесь еще только четвертый штаб, то есть заигрались. Серега в третьем штабе вообще ничего не делает, просто ничего. Здесь он угорает, говорит, ну до 15 минуты, говорит, синий игрок будет восстанавливаться, а что он тут на штаб потратился, одна ЦС-ка, ну вообще ни о чем, короче. То есть синий игрок выбит фактически. Производится второй кречет, сейчас третий будет делать, производится. Вышел я вот в четвертый штаб, потихоньку начинается улучшение завода до хамелеонов. Поднимаю двойку кречетов, залетаю через верх, решаю добивать эту ЦС-ку. Здесь вот, видимо, он улучшился до второго штаба и использовал реконструкцию. Здесь рано слишком на отмену нажал. А, здесь это, вертекс поднялся, я его вытащил на аллигаторов. И вот начинаю я, в общем, через верх здесь электростанцию вот эту забирать. Улетаем туда на угол. Летаю над аллигатором, чтобы меня здесь вертексы не ловили. Реконструкцию он уже заюзал, то есть 300 ресурсов. Все равно заберем его. Он и так сейчас еле-еле восстанавливается. В общем, электростанцию я забираю. И уходим снова туда наверх под торпедки, ПВОшки, чтобы нас тут не перехватили. Серега тем делом вышел в четвертый штаб, выходит в авиацию, технику не делает вообще. Ну, честно, ну, ребят, выигрышный бой, согласитесь, ну, все. В принципе, все. И здесь Серега пишет, говорит, я через пятый штаб в Масаве, представляете? Мы уже 8 минут не трогаем зеленого конфедерата. Серега решил еще тут длинное время ему дать. То есть ресурсов-то полно, он уже бы тоже ЕГХам состряпал, спокойно бы здесь бы зашел бы и выбил бы вот, ну, как минимум штаб, наверное, под прикрытием аллигаторов. То есть вот отсюда можно было зайти, вот сюда вот. Этот штаб смело можно было забирать техникой.
В общем, я его тоже здесь поддержал. Я подумал, да что тут реально вот, ребят, заигрались. В общем, собрал я небольшой отряд ЕГХАМа, решил идти валить синего игрока. Понимаю то, что у зеленого есть торы, ухожу вот сюда вот, и здесь, блин, именно по хамелеону. То есть ягуары все целые остались, но хама выбивают. В результате атака захлебывается на корню, поднимает он еще вертексов, я ухожу сюда, поднимаем мы здесь кречетов на перехват. Мои сфокусировались на электростанцию, Серега здесь пытается, по-моему, вертексов все-таки поймать. Но у него еще кречетов тоже мало. И, в общем, здесь воздушные бои. Я пытаюсь по-прежнему электростанцию эту забрать. Серега одного кречета, по-моему, потерял. Ну и здесь идет застройка стенками. То есть ЕГХАМ сейчас еще и здесь не пройдет. То есть только вот оттуда. Вышел до альбатросов. И здесь, смотрите, на меня идет Зевс-щит. То есть вся моя наземка, вот она, в принципе. То есть я ничего не успел произвести. Поднимаю кречетов, тайфунов там две штуки всего лишь. И пишу Сереге, чтобы помогал, что. Здесь у него тоже сколько? Три кречета, по-моему. Начинает он здесь летать, в фокусе тайфуны. Я уже тоже от безысходности стенки строю. Потому что, а чем мне тут обороняться, на самом деле? Мы заигрались, мы не готовы к этой атаке. Абсолютно. Моя техника здесь. На базе у меня ничего нету, ягуары еще только вот там из дозаказа появляются, бомбардировщиков еще нету, но вот в принципе масса авиации, мы здесь пытаемся отбиться. Но здесь пробивает еще Тор параллельно, не помню, что он выбил, по-моему, бомбил он, наверное, по ЕГХАМу. Вертексы летают, пытаются выбить казарму, то есть меня уже прессуют конкретно. Кречетов я половину потерял, Зевсощит мы еще не разбили. А Серега играет через масс-авиацию. В общем, пытаюсь сюда нагнать технику. Ставлю второй завод штурмовых машин, потому что чувствую, что мы не вывозим технику именно. То есть авиации у нас достаточно. Нам техники не хватает все это дело перестреливать. Ну, либо тут нужно было 16 кречетов, но мы не успеваем их накопить просто-напросто. Пробивает Тор. Бил он на предыдущую позицию. Я успел отступить. Выбили мне электростанцию. Заводы стоят. Пробивает здесь еще один Тор, снова по ЕГХАМу, выбивают хамелеоны, выбивают ягуаров, здесь не до контроль хама, в общем, меня прессуют конкретно. Все, я уже фактически пробит. Серега здесь пытается меня до последнего отбить, Ягов разложил здесь, но здесь уже идет еще и Зевсоград, тайфун от синего игрока, завод второй у меня не успевает улучшаться. Поднимаю я своих альбатросов, потому что мне вот это вот дело для начала разгрести каким-то образом нужно. Серега до последнего пытается помочь мне кречетами. Вышел он тоже в альбатросы. Ну, я говорю, ошибка это была через пятый штаб пойти в масс-авиацию. Нужна была техника от него. Потому что я с одним заводом просто не вытянул. То есть мне либо нужно было сразу ЕГХАМ делать и не производить авиацию. А так мы решили оба самолетиками поиграть. Ну, доигрались в результате. Поднимаю я своих два кречета, пытаюсь с этой стороны себя отбить. Здесь уже масса торов. Выбивает мне, в общем, авиазавод. Технику вроде мы как кое-как с этой стороны отшугнули. Здесь ловим. Серега ловит торов. Пытается здесь меня обезопасить. Но, а что, я уже все реально пробил. У меня 3 ЦСки осталось. Завод с этой стороны валит. Здесь Зевсоград и Тайфун. У Сереги авиации до сих пор масс авиации так и нету, потому что он не успел ее просто-напросто набрать. Здесь я ругаюсь на него, потому что мы 2 или 3 боя слили вот по такой фигне. Ну, на самом деле, здесь и моя ошибка. То, что я, в принципе, тоже недооценил. Потому что если бы я сыграл в полную меру с самого начала, я бы сделал ЕГХАМ на самом начальном этапе. И спокойно вышел бы в бомбардировщиков. Я бы даже кречетов не стал делать. Либо сделал бы от третьего штаба большую наземку, чтобы дорашить этого игрока. Потом бы подключил хамелеон. А так вот, знаете, дали развиться, дали восстановиться. Пытаюсь, в общем, зеленого-то мы отбились, выбили здесь. Загоняю свой ЕГХАМ сюда. Пытаюсь выбить тайфунов, чтобы авиация Сереги могла работать. Плюс занять этот бугор. Но здесь поднимаются вертексы. Серега пытается мне здесь помочь, ну и летят торы, пытаюсь я от них увернуться, выбивается последний хам. Завод до хамелеона мне тоже уже пробомбили, снесли, вот еще один хамелеон у меня есть, но здесь идет
новая партия Зевса щита, то есть небольшими отрядами, они меня давят. Серега поднимает альбатросов. Тоже, кстати, была, наверное, ошибка. Нужно было просто с трех заводов делать кречетов. И в 16 кречетов это бы все разобралось, я думаю. Пишу ему то, что нужна техника, я не вывожу именно по наземке. Плюс завод хама мне выбили, мне сейчас просто отбиваться нечем. Стою голыми ягуарами, Серега на самом деле очень люто кречетами здесь накидывает. Я говорю, если бы было 16, думаю, затащили бы. В общем, добивает он тут щиты, пытается, ловит его вертекс. Но здесь мы отбились. Здесь снова идет отряд Зевсограда. Снова завод у меня спецмашины этот. Сейчас вынесут. Я вот здесь вот начал ставить еще один. Но сейчас и стройдвор, скорее всего, заберут. В общем, полная фиаско. Летят торы, летят уже бомбить аэродромы. Авиации мало, не хватает, не хватает. Бомбардировщики не зашли в этом бою. В общем, с единственным хамелеоном я вот сюда подхожу, выбиваю отряд с этой стороны от синего игрока. Серега пытается меня, опять же, отбить от наземки именно с этой стороны, но его постоянно тоже ловят и вертексы, и тайфуны отрабатывают. В общем, вроде синего мы разгребаем, отчасти даже отбиваемся, но у меня уже ни реконструкции, ничего нету. Собираю отряд вот такой вот, 5 ягуаров, 1 хамелеон. Этот завод не улучшается, потому что стройдвора нет. Вот стройдвор выкидываю. И решаю я идти в атаку. Потому что, ну, торов реально много. И здесь появляются грады. Пытаюсь отступить и накрывают еще вдобавок торы. Добивает всю мою технику авиация. И в результате я остаюсь вообще здесь без наземки. Поднимаются кречеты. Здесь, естественно, ловятся тайфунами. Ну и все, ГГ. Ставлю уже пушки от безысходности, потому что техники у меня очень-очень мало. Хама у меня нету, чем отбивать это непонятно. Ставлю сюда уже стенки от безысходности, чтобы Зевсоград сюда не лез. Серега пробомбил, по-моему, аэродромы, две штуки, но третий остался целый. Плюс поднялись вертексы, тайфуны, в общем, ни один альбатрос не долетел. Торы, конечно, тоже очень много было потеряно у зеленого игрока, но на меня идет уже Зевсоград. Плюс часть вертексов. А броняться мне уже нечем. Вертексы валят эти пушки. И Зевсоград спокойненько заходит на мою базу. Серега тут тремя кречетами тоже присылает подмогу. Но здесь идет дотекание. И я понимаю то, что, ну, реально мы это уже не вывезем просто-напросто. Снова Тор что-то пробомбил. Видимо, очередную пушку. Тут три ягуара, но... Кречеты сейчас будут сбиты, так как тайфунов очень-очень много. Бомберов уже не осталось. Плюс идет Зевса щит снизу. И сейчас, по-моему, мы уже будем сдаваться, потому что это все. Пока что стою еще разложенный. Пытаюсь отстрелять до последнего. Серега снова залетает отсюда, пытается меня спасти до последнего. Щиты целят, но их тут две штуки, плюс тайфуны. Здесь море тайфунов, то есть кречеты сейчас тоже будут падать. Вылез свежий хамелеон. Здесь вот ягуары. Серега уже одного яга все-таки сделал. То есть вышел в технику наконец-то. Но это очень-очень поздно. Слишком. Два ягуара это, естественно, уже не отобьют. Выбивается снова завод до хамелеона. Завода до ягуаров у меня уже нету. Ну и я уже все полностью пробит. То есть меня развалили двумя армиями наземки плюс бомбардировщиками. Не отбился я одним заводом, а авиация не зашла. Через четвертый штаб она, возможно, зашла бы, если бы мы первые начали атаковать. Совместно, допустим, вот мой ЕГХАМ первый и там, допустим, альбатросы от Сереги или кречеты те же самые. То есть, может, что-то и получилось бы. А так, конфедератам респект, молодцы. Я видел этот бой от Легала, оставлю ссылку на него в конце ролика, в своем аутро. Посмотрите ролик от лица конфедератов. Они уже, честно, готовы были сдаться, потому что, ну, реально, это выигрышный бой был с нашей стороны. Мы слили именно по своей тупости. Из-за своего расслабона и недооценки соперников. Легалу Ассасину еще раз спасибо за этот бой. Красавцы, реально, прям респект.
Я вас уже, наверное, достал своими роликами, то, что выкладываю очень часто про вас на YouTube. Но только с вами достойные бои, ребят. С приговором, с легендами. Ну, блин, мы 24-й ранги, нас в топе не так уж и много. Поэтому уж обиды не держите, это послание вам. Я также вам проигрываю, также готов на своем канале публиковать ролики со своими поражениями, вообще без вопросов, если там Серега Атачи не успевает. Потому что, ну, а как иначе? Ладно, это все отступление, лирика. Всем удачных боев. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.